кропотливо и досконально каждую деталь на фабрике «Богаче» в электростали делают вручную. Здесь создают интерьерный эксклюзив. Мелочей нет. Клиенты взыскательны, поэтому над дизайном здесь работают с особым трепетом. Создает дизайнер, да, новые модели. Уникальные технологии по золоту. Мы превращаем черный металл, металл в золото. Сами разработали эту технологию. Вот эта фольга американская. Она обладает уникальными свойствами именно под наш материал. И ложится так плотно к металлу и приобретает свойства металла к расширению, если это тепло, да, и если это транспортируется на морозе, как бы. Дерево, мрамор, стразы, композитные материалы, текстиль – любой материал сотрудники фабрики готовы превратить в произведение искусства. Номенклатура исчисляется тысячами изделий. Хотя увидеть диковины богаче можно не только в интерьерах, но и на улицах. Так, фабрика изготавливает вот такие лавочки для общественных пространств. Пользуется как скамейка? Да. И на ней какой вес он держит? До 250 килограмм мы пробовали, но дальше не стали. Но выдержит. Ну, то есть два человека могут сесть спокойно. Подарили две такие таксы городу. Ребят много, вандалов, которые пытались ее сломать. Вот они прыгали на нем, да, и один подскользнулся, сломал себе ногу. Умельцы электростальской фабрики могут сочетать, казалось бы, несочетаемые материалы. Именно поэтому их работы желают приобрести и коллекционеры. Во время визита на фабрику «Богаче» Геннадий Панин с интересом изучал каждое изделие, которое достойно стать экспонатом. А после экскурсии по предприятию пообщался с теми, кто создает такую красоту.